Вот, вот на этом перекрестке я типа поехал. И типа у меня влево дернул. И все. На каком? Вот этим. Отсюда ты ехал на экзамен? Нет. Оттуда? Да. Разворачивался? Да. Так ты, может, на соседнюю полосу заехал при развороте? Да. Давай развернемся в ближайшем. Отработаем это, еще чуть-чуть проезжай. Только не на третий. Куда на третий? Не надо жили все равно было. Но в этот раз лучше поехал. Угу. На джили попал. Крути руль. Едем. Разворачиваемся. Так, вот здесь на экзамене при развороте тебе дернули руль, да? А в какую сторону? Влево. Все правильно, как я и думал. Ты разворачивайся, ты сейчас нанесли разметку, ее буквально вот на той неделе нанесли. То есть ты же сдавал раньше. Вот еле-еле видна справа разметочка. Мне кажется, что ты при развороте чуть-чуть взялся правее. Я таких случаев уже насмотрелся. Даже на широких перекрестках у ученика какая-то выработался такой вот инстинкт, такая вот привычка взяться правее, чтобы слева было больше места. И как я, Дима, не стараюсь, это очень тяжело переучить. Это уже автоматом у человека идет, он даже не замечает этого. Но человек не задумывается, ученик, что взявшись правее, да, он сделает слева больше места, но он наезжает на соседнюю полосу. А зачем на трехполоске ему больше места? Если даже поджавшись к левой стороне своей полосы при развороте, ты попадешь в среднюю, у тебя еще справа одна пустая будет. Может такое быть, Дима? Может там ничего страшного и не было? Не было там никакого касания, что там отвели машину от удара. Но чувство самосохранения, инстинкт инспектор сработал. Неизвестно, крутанул, может, ты бы дальше еще крутил, понимаешь? Ну, в этот раз... Но вот сейчас ты четко сделал. Четко. Даже ты взялся ближе к левой стороне. И все равно мы попадаем в среднюю. И справа еще одна пустая. Поэтому вправо не нужно вообще здесь уходить. Припаркуемся в разрешенном месте. Так, Дима, давай проведем экзамен 10 минут с тобой. Если готов, начинаем движение, едем прямо. Еще настрой, чтобы тебе было удобно. Налево перекрестки.
после того, как все было затерто, да, полгода. Ездил бы и ездил, мне кажется. Экзамен, смотри, оп, тормоз тисканули, видишь, хотя успевал еще человек, да? Опа. А вы все, я успею, она же далеко. Развернемся в первом разрешенном. Вот так, малейшее сомнение у инспектора. Успеешь, не успеешь. И жмут тормоз. Все, он не полезет. Он не будет рисковать. Поворотик. Ты выезжаешь левым колесом навстречу. Ай, лентяй. На регулируемом перекрестке налево. Так, Дмитрий, на регулируемом перекрестке развернемся. Знака главная дорога не видно. Ребята, которые здесь ни разу не ездили, говорят, что это пешеходный переход регулируемый, и проезжают мимо. Еще одну ошибку: ты с одним поворотником перестроился и с ним же развернулся. В кармане надо было продублировать. Развернемся в первом разрешенном. Дима,
Дима, ну а чего так рано руль начал крутить? Видишь, в эти столбики. Ты видел, там тормоз нажал инспектор, когда девочка разворачивалась? Типа, она нам мешала. Вот точно так же и тут можешь схлопотать. Короче, тоже на центр. Ну, конечно. Но... Ну, я тебя пустил. Я знаю, что пройдет. А на экзамене тебе нажмут тормоз, скажут, что не пройдешь. Как ты докажешь? На регулируемом перекрестке направо. Прямо едем. О, молодец, ну чикаришь, как семечки. О, молодец, красава. Чего не сдаешь? Разволновался Димон на экзамене, получается. Начал ерундой заниматься. Развернемся в первом разрешенном. На регулируемом перекрестке развернемся и припаркуемся. Видишь, машина, ей надо пошевелиться, потому что вот слева уже поехали. И пешеходы, видишь, зеленые. Велосипедисты-самокатчики, бойся, как огня их. Вот сколько моментов. Все, отпускай все педали. Дим, ну неплохо.
Но почему ты со мной едешь, а там не едешь? Аура. Что в рот? Аура. 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 Аура — это все, конечно, хорошо. Я не знаю, что делать. Понесли видео, я снял. Ну, понесли начальнику показывать. Ну. Скажем, у нас аура другая с вами. Дайте, скажи, Паше бейджик, мы сейчас по-быстрому сдадим. Вот будет видеодоказательство, что мы не смухлевали, не просидели тут 10 минут в кустах, в карты не проплескали и не поставили сами себе сдан. Мы проехали как положено, вот вам вещественное доказательство, смотрите, пожалуйста. Два раза больше можем приехать. Мы можем и в три. Мы уже куда хочешь можем съездить. Почему ты не едешь на экзамене, я не знаю. Поехали, разворачиваемся.